Мы покидаем замечательный отель Selectum Luxury Resort. Нас везет замечательный человек. Как вас зовут? What is your name? Mehmet, супер. Mehmet на ютубе будет. Ютуб. Mehmet супер, туристский супер. Да. Едем дальше вперед. Да, едем из отеля Selectum Luxury, едем в отель Ramada Plaza Antalya. Супер гуд. А это все будет шляпа. Проезжаем гольф-поле отеля Soena. Это гольф-поле уже слишком старое и заношенное, честно говоря. Изношенное поле. Особо его не рекомендую, если только, может быть, по цене, может быть, цена у него низкая. А вот прямо перед нами поле Regnum Karai гольф-клуб. Это поле супер. Здесь все красиво, ухожено, различные цветы, кустарники, поля идеальные, дорожки идеальные. Можно даже сказать, привести пример, что сюда приезжали Обама, Путин, Меркель играть. Вот он, гольф-клуб Карай-Белек, да. Обама, Путин, Меркель, Эрдоган сюда приезжали. Вот, да. Вот это все мы проезжаем, гольф-поле Регнум. Вот, Аня, видишь, какой он большой? Смотри, какие посадки здесь. Это все высажено. Представляешь, вот сколько деревьев высажено? Свои пруды сделаны. Там живут лебеди на прудах. Очень красиво, очень здорово. Нам очень понравилось на этом поле. Вот такое оно протяженное. И посмотри, какая ограда у него. Видишь, даже колючая проволока натянута сверху и снизу. Это говорит об уровне безопасности. Охрана ходит с оружием там. Огнестрельное оружие у охраны. А с правой стороны? А это вот гольф-поле Soena. Вот такая лабуда. Вот сразу видно по этим кустарникам. Что это тут уже. Что это уже вот. Ну вот уже. Вот. Или вот так, или вот здесь вот. Вот такие вот заросли хорошие, сосны большие. Ну, вот. Там тоже красивые. Ну там, Аня, проще все. Тебе надо было просто сходить с нами туда. Мы были и на том поле, и на этом. То есть вот это все поле Regnum Karai Golf Club проезжаем. Вот видишь, Аня, как оно тянется. А с этой стороны дома. Или Migros Mall Center. А это все еще тянется вдоль поле Regnum. Вот мы с Витей-то везде вот сейчас играли, да? Смотри, Витя. Вот мы подъезжаем к тому месту, где играл Витя, учился. Вот это здание. Нет. Ну вот, видите, вот здесь вот уже. Вот там видео. Поля Регнум. А вот отель The Land of Legends. Вот мы здесь играли с тобой. Вот за этим забором. Вон там эти дома, они, вот видишь? Вот там мы играли. Все, едем дальше. Идеальные дороги в Анталии. В какую сторону не едешь, везде дороги очень ровные. Справа проезжаем комплекс теплиц. Вот теперь уже не видно. Вот они. Вот опять теплица вышла. А это тоже гольф-поле, они, только это уже следующее, не Регнум. Кстати, Регнум будет расширять свое гольф-поле. Следующее дело. Наверное, вот это и захватит.
На 27, ну, на 2 входит. Пара на 2, ну да, да, то есть в 2 раза больше по размеру. Там 18, тут еще 20. Хозяин Регнума начал свой бизнес с поля. Вначале построил 10 лет назад гольф-поле Регнум. И примерно лет через 5 построил отель Регнум. А сейчас выкупает дополнительное поле, плюс еще 27 лунок. И выкупил соседний отель рядом с Регнумом, Сентида. Какое Сентида там, помнишь? В общем, тот еще отель выкупил. Сентида сеть, но там какое-то Сентида Зенигма, что ли, или как, не помню точно. В общем, вот соседний отель рядом с Регнумом выкупил его и тоже будет переделывать. Проезжая в речку, вдали горы, теплица опять, поля. Некоторые люди ходят пешком там. Наверное. Не знаю. О, красивые, да? Смотри, сосны. Песок такой красивый. Вот тут гулять, да? Ходить гулять здесь по лесу, да? Красиво у вас? Да. Красиво. Beautiful. Видите, как по-турецки красиво? Хороший, хороший. А? Красиво. Гюзель. 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 И гюзель. И гюзель. Тюркиш товарищ. Да. Гюзель. Ага. И красиво, гюзель. Красиво, да. Гюзель. Да, да. Тебе Москов? Гюзель? Москов? Россия. Россия. Теплицы. Опять лес, небольшой сосновый борчик. О, зеленый трактор, Кирюша. А он не видит. Он вперед смотрел, а не в сторону. Вперед видно все. Ему бы подушечку под попу, чтобы повыше было. Проезжаем снова реку. Скраенные поля. А там уже Аня море, кстати. Вот эта река-то выходит. Вот это, кстати, не отель Титаник. Это Титаник, не Титаник впереди. Титаник Мардан Палас. О, Мардан Палас, да. Титаник. О, как мы уже близко-то. Это уже Лара начинается. Да. Уже сейчас, Лара. Сейчас Лара. О, ты смотри, мы уже в Лару ехали. Она протяженная очень. Пешком не... О, спасибо, дорогой. Ой, барашки. Где барашки?
У вас в Турции дороги супер. Дороги. Дороги, понимаешь? Да, да, да. Проезжаем отели Тренди Лара. Отель Тренди Лара. Мардан Палас. Титаник Мардан Палас. Мардан Палас выкупил Титаник. Арендовал Титаник. Вложил 20 миллионов евро в реконструкцию отеля. Представляешь? Арендовали и вложили 20 миллионов евро в реконструкцию отеля. Вообще. Огромные деньжищи вкладываются. Причем в аренду вложил, представляешь, в аренду вложил 20 миллионов евро. Арендовал что-то там, не помню, во сколько лет. Тише, осторожно. Так. Нам главное спокойно ехать. Да, спокойно. Без эксцессов. Да. Да, это Кремль, по-моему, называется. Да, мы эти отели проезжали, когда ездили в Турцию. Да, да. Красивый тоже лес, растительность, парк. Вот что стена идет а-ля Кремль. Тут не особо интересно, вот здесь такое интересно. Вот тут какой-то заброшенный, видимо, парк, отель раньше был. Все, следующие отели начинаются. Венеция. Вот Аня, отель Венеция. Группа отелей. Река, а за река впадает в море. За рекой прямо море уже проживет. Вот он, водоем. Вот это жилые дома, он Сатылык, Влариб. Но это далеко от Анталии, Аня. Тут только на машину надо брать, на автобусе устанешь ездить. Да нет. Вот этот отель Сигиниус, который мы смотрели. Да. Ну ничего особо хорошего. Отель Сигиниус новый, но особо не порекомендую в нем жить. Не совсем удобно. Аскалара Резорт Спа. Потому что он неудобный, поэтому я его не рекомендую. Неудобный во всем, неудобный, что далеко добираться, до моря идти далеко, внутри особо ничего интересного. Отелей много, но хороших отелей не так уж много. Центр Кунду Базар. Какая Сите? Вот Сите. Да, в декабре мы здесь ездили, смотрели квартиры. Но нам здесь не понравилось, потому из-за удаленности от центра. Торговый центр. Зимой здесь жизнь очень сильно замирает. Вот именно в этом районе Лары. Когда отели закрываются, многие отели закрыты. То есть, если покупать, то лучше ближе покупать, конечно, к Анталии. В самой Анталии, в центре Анталии. В шоппинг-центрах там ценник не пройдет. Да. И очень много именно подделки. Едем дальше. Проезжаем торговые ряды. Дома.
продаются квартиры в них. Тут отели все идут различные. Отель на отеле, торговый центр, Денисбан. А здесь все те дома, дома стоят высокие. Причем одинаковые цветы. Да, то есть это вот. Я думаю, что это... Лара, Гранд Парк Лара всегда. Я думаю, что специально человек. Да, это в этом. Так сделано уже. И самим застройщиком. Сидят за этим. Проезжаем отель. Дельфин Империал. Отель Дельфин Империал. Ну, для этого места, да, хорошее. А так, в принципе, я в него не хочу ехать. Ну, потому что, как я вот только что говорил, отелей много, а действительно хороших не так уж много. Ну, какие там... Ну, что здесь очень большая скученность, она. Огромная скученность. Куча номеров, огромное количество номеров выходит вот сюда, на проезжую часть, посмотри. То есть... Это вообще неинтересно здесь быть. Территория Куция маленькая. Все очень сжато. Вот только есть плюс, что выйти вот сюда, пройтись по этим торговым рядам, но для меня это не особо плюс здесь. Если уж вот Ramada Resort Lara. Вот проехали, Ramada Resort Lara. Торговые центры, а вот стоит Сириустал комплекс, вот этот полукруглый Сириустал, который я рассматривал покупать, но он замер, его строительство замерло, я так до сих пор и не знаю, построили, сдали этот дом или не сдали до сих пор его. Строительство замерло на самом конечном этапе. И очень хорошо, что я не купил там на моменте строительства. Балык, кебаб, ресторан, кафе-бар, стейк, пицца, кафешечка такая. Вот такие дома стоят высотные. Все они идут, так скажем, вторым-третьим кварталом от моря. Потому что у моря находятся вот там вдалеке отели. А эти дома удалены от моря. Шоппинг центр. Все, едем дальше. Перед нами едет автобус от отеля Титаник. Развозит персонал, домой везет. Миракль парк. А вот стенд, на нем все отели перечислены, которые находятся вот здесь. Едем дальше. Но мне вообще в Ларе не понравилось. Да, мне также в Ларе особо не нравится. Это как наш кампус. Очень далеко, да. От центра очень далеко. Верблюдики. О, ты смотри. Живые? Да. Сателлит продажи домов. А вот мы сюда заезжали, вот. Мы туда и заезжали, в этот комплекс. Там смотрели квартиры. Тайгер. Аня, вон мы тайгер это. Проезжаем стандартные турецкие дома. Продаются квартиры в них. Видны объявления на балконах о продаже квартир. А вот там уже поновее сите. Вот, пожалуйста. Рекламные плакаты. Сателлит и Сверкези. Много возведенных новых домов. Сите стоят пустые. Все продается. Эгрос. Детская площадка вот такая вот. Кругом зелень.
турков очень зеленая территория, много зелени. Этим нам Турция нравится, что много зелени. Море. Да, Средиземное море теплое, много зелени. Этим Турция прекрасна. Но с другой стороны, некоторые люди, россияне, так скажем, россияне, украинцы, могут сказать, так и у нас есть ведь тоже море. В России есть море Черное, к примеру, да? Азовское море. Но тут еще надо понимать, что Средиземное море на порядок лучше. Оно теплее, оно чище, оно больше. Плюс к этому сервис. Турецкий сервис намного лучше, чем сервис в России или в Украине. Благоустроенность, да. И с местными турецкими жителями всегда можно договориться обо всем. Как мы договорились вот с нашим хорошим водителем. Хорошо договорился с нами, да? Все. Вот. Едем дальше в Анталию. Отель Ramada Plaza, Анталия. Вот такие вот велосипедные дорожки. И вот такие прекрасные дороги. В России с этим огромная проблема. В Турции же это практически везде, во многих городах. То есть это не только в Анталии так сделано. Это и в удаленных городах также все сделано. Продажа, аренда, новые постройки. Активно все строится. Каждый год приезжаешь и каждый раз видишь что-то новое построенное. Вот, допустим, новое здание. Кералык в аренду сдают, Сатылык продают. И продают, и в аренду сдают, пожалуйста. Вот там наверху Сатылык, продажа комплекса. Двухуровневой квартиры. Двухэтажная квартира. Сатылык продается здание. Здесь уже что-то сделали. Мечеть. Не покажите, насколько это хороший, красивый комплекс СИТЭ. Посмотрите, как красиво все сделано. Как Турция заботится о гражданах, о людях. Это проявляется даже вот в этом строительстве. Смотри, самолет идет на посадку. На посадку он идет скоро. Там горы. А ну дальше слушай. Может быть, действительно, да, наверх пошел. Ну и на посадке ты тоже летел, ну, да. Снижался. Да, да, да. Так что, там аэропорт? Аэропорт там? Там аэропорт. Это значит, он на второй круг, что ли, пошел? Раз он поднимается. С
самолет, видимо, пошел на второй круг. Снижался, ему дали отказ, и он начал набирать высоту. Прям вообще низко прошел самолет. Вот серый. Вон летит. Да. А вот перед нами едет Мурат Паша. Да. Вот начался район Мурат Паша в Анталии. Перед нами автомобиль Opel Tashiti. Это школьный сервис. Детей развозят на мерседесах в школу, в детский сад, и потом обратно собирают из школы, из детских садов и по домам. Передают с рук на руки. Да, передают с рук на руки. Это также говорит об уровне сервиса, об уровне отношений к человеку, к своим гражданам, к своим людям, к своим жителям. Даже если ты не являешься гражданином Турции, ты все равно можешь пользоваться, тебя также будут обслуживать, также все будет хорошо. Вот еще один сервис, тут Volkswagen. Вот там сидят детишки, видно в окне. Развозят их. Volkswagen, Mercedes. А вот обозначение района Мурат Паша, Белегия Си. Денисбанк. Денисбанк все еще пока принадлежит Сбербанку. Сбербанк назначил сделку, но она пока все переносится. Насколько я в курсе, сделка перенесена на второй квартал 2019 года. Чисто, аккуратно, нигде никакого мусора, в отличие от России и Украины, где мусор часто встречается. Здесь мусор собирают, убирают в пакет. Да, я особо не мусор. Да. Нет, но все равно мусорят, как не мусорят. Люди всегда везде мусорят. И здесь тоже мусорят. Люди всегда мусорят. Невозможно жить и не мусорить. Но другое дело, что здесь очень хорошо все убирают, прибирают. Каждое утро все прибирается и убирается. Видимо, клиник мать. Да. Телечек. Тюбтебек меркези. Тюбтебек. Это для беременных. Это клиника для беременных. Для, да. Ага. Роддом, да? Рожают. Да? Клиника. То есть там рожают? Нет? Или просто? Но для беременных, в общем. Ой, понятно. Едем дальше. Проезжаем вот такой комплекс зданий, жилых домов. Там рядом мечеть с ними. Смотри, как дома какие хорошие, красивые построены. Обратите внимание, очень часто у мечети пустые. Да. Почему? Ну, пустое. Видимо, так принято у них. Почему? Чтобы поле было. Я вот прям не первый раз. На праздники, наверное, может быть, чтобы народ собирался на этих полях, на пустых. Вот, что-то наверное, праздновать там. Эви Пати Стора. Эве Эвент. Эвент Пати Стора. Эвент. Кошечки делают. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо.
такие кошки бегают кругом Анталии. В Анталии, кстати, больше кошек, нежели чем собак. Собак гораздо меньше, реже встречаются собаки. А кошки прямо везде. Мутлулуклах. Мутлулуклар будь здоров. May the God bless you. Да, ну вот мы подъезжаем ближе к центру, и здесь уже движение более сложное получается. Постоянно уже пробки, уже вечер. Сегодня, кстати, какой день недели? Четверг. Местного времени без 27. Нет, 8. Без 28. 7:40. Местного времени. Или что? А нет, 6:40, да, извиняюсь, ошибся. 6:40 без 27. И вот такие пробочки уже появляются. Останавливаемся везде. Проезжаем кафешечки, магазинчики. Вот такой парк красивый. Очень много у них таких небольших парков сделано. Красиво все делают. Кругом кафешки, магазины, ресторанчики. Это, видимо, администрация какая-то. Здесь находится. Спорткомплекс. Спорткомплекс. Подсказывает старший сын. Он турецкий язык уже на начальном уровне знает, изучает, готовится к поступлению. MLE Market. Местные жители гуляют. Мигрос ММ средний. Две буквы М это средний Мигрос. Одна буква М малый Мигрос. Три буквы М большой Мигрос. И есть еще суперджет или просто джет Мигрос, как там правильно, я не помню. Это совсем мини-Мигрос. Вот опять новые костроньки. Сатылык, кералык кругом. Продажа, аренда. Вот опять новая постройка. Все кругом строится, развивается. Вот красивые дома построили. Бульвар Лара. Кстати, вот это, вот это я на Сахибенте не видел. Вот эту продажу, вот эти дома и вот это вот внизу и наверху. Я сейчас не помню, но я смотрел фотографии, по фотографиям вспомнил, что с такой. Нам еще до того отеля, где мы жили, прям вот такой телефон. Ну да. Это же одна и та же. Ты сейчас про какой ты говоришь? Ларен Фенек. Ларен Фенек? А Дюден водопад еще там? Там. Уже проехали? Дюденский водопад проехали. Значит, мы и Ларен Фенек уже, наверное, море. Ага, да, 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 да. Торговый центр. Эрасити. Там тоже проехали. 500 метров. Ага, проехали. Лево, лево. Все, мы его проедем вот. Да, параллельно той, где Террасити. Проехали. Вот мы уже совсем близко. Да. Уже недалеко. Тут уже ехать. Рядом совсем. Едем дальше. Рамада Плаза Анталия все ближе и ближе к нам. А мы здесь, Аня, с тобой на автобусе ездили зимой, в декабре. Да. Мы здесь в декабре гоняли на автобусе. Смотри, Богу начать. Сейчас, да. Прямо все туда идем. Все окей. Вот. Прямо? Прямо, все прямо, прямо едем. Мы знаем.
Мы тут уже пешком-то уже сами дойдем. Уже знаем дорогу тут. Мы тут пешком ходили. Витя... Вот лево мы директ прямо. Прямо. Вот Акра. Прямо. Можно свернуть, там проехать по второстепенке. Вот там у моря можно проехать. А там можно? Ну я не знаю, машина там ходит, не ходит. Можно вот там проехать вдоль моря. Вдоль моря. Можно так проехать. Окей, или вот, окей, или окей, так окей. Проехать. Тебе самое другое работа. А ты карту понимаешь, что? Все. Вот такая красота здесь у нас. Вот эти вот дома, которые мы сейчас проезжаем, это первая линия от моря. И здесь самые дорогие квартиры. Чем ближе к морю, тем квартиры дороже. Если ваш дом стоит на первой линии, прямо совсем первой от моря, и окна вашей квартиры смотрят на море, и перед окнами нет никаких других домов, то такие квартиры уже стоят 1,5 миллиона, 2 миллиона, 3 миллиона лир, турецких лир. На наши, правда. Ну, если перевести на рубли, если переводить на доллары, то надо делить на 6. Сейчас конец мая 2019 года, курс лиры к доллару 6 лир, 14 курушей, 1 доллар. Если переводить в рубли, то надо делить на 10,5 рублей. То есть, к примеру, 2 миллиона лир надо поделить на 10,5 рублей, и вы поймете, сколько стоит такая квартира в рублях. Если поделить на доллары, то 2 миллиона лир надо делить на 6,14. И цена будет в долларах. Вот эти дома. Вон там лево, мой друг, лево. Да, да, пока все идем. Лево, да? На кольце, налево, на кольце. Лево. Вот такая вот красота здесь. Растут вот такие красивые деревья. А нет, это что, желтые мандаринчики? Апельсинчики, видишь, вот прямо, так вот, опусти стекло. А это, мне кажется, не снимает. Опусти окно там. Сейчас будем проезжать вдоль моря, там надо опустить вообще кругом растения цветущие. Красота. Красота. Сейчас на кольце мы поворачиваем налево. Кольце налево уходим. Выезжаем к морю. Вон, Аня, смотри, вот эти верхний этаж, что так и разобран, стоит. Верхний этаж дома, заметила? Вот тут же вот так вот люди красивые себе делают все. Вот такие дома. Прима. Да. Вот новые постройки. Прима хотел. А вот шикарнейший вид, гор, Пирама, море дорог, и дорог, горы, Рамада. Вот сейчас туда, Пирама. Левее, налево, да, туда. Да. А это тут или работа? Киралык сдается в аренду торговой площади. Вот так вот. У них первая жизнь. Мавве телефон аллергия, дербе, гордо тут тоже. А, все. Вот такая красота там у нас. Кемери. Кемери. Очень красиво. Мы любим кемер. Да. Мы любим кемер. Да. Вот такие красивые фасады, магазинчики. Вот сейчас сюда. Здесь вот проходит трамвай Ностальжи, старый трамвай Фонтан. Вот это улица свадебных платьев, свадебных магазинов. Отель Гендер проезжаем. И наша Ромадушка все ближе и ближе к нам. А сейчас будет Талия, отель, давай посмотрим, закрыть еще один. Да, его вот закрыли, Киралык.
А в аренду сдают квартиру прямо с видом на море. Шикарный вид из этой квартиры. Но здесь еще есть и в продаже квартиры. Вот такие разрушенные крепости. Цветы, деревья, красивые очень. Очень красивый вид. Далее закрыт, да? Да, да. Да, этот отель уже несколько лет закрыт. Италия, Континентал Центр. Закрыт в полуразрушенном состоянии, по крайней мере в заброшенном состоянии. И вот она, наша Ромадушка, любимая. Наша любимая Ромадушка. Вот сателлык, эта квартира все еще продается, которую мы смотрели в декабре. Здорово, Ромада. Да. Прямо? Прямо. И вот мы подъезжаем к нашей Ромадушке, в которой мы уже останавливались не раз. В третий раз. Вот сюда. Сюда. Вот все, мы заезжаем. Короче, главный вход. Очень красиво. Ромада сюда. Ромада Плаза. Давай, поезжай. Окей. Ну все, Немет. Пока, до свидания. До свидания, счастливо, да, спасибо большое. Большое спасибо.